говорить. Ну ладно. Скажите, пожалуйста, на какую оперу вы сейчас ходите? На оперу Рихарда Штрауса «Кавалер Розы». Скажите, что вам понравилось, что не понравилось, как играл состав? Музыка, во-первых, все-таки замечательная. Угу. Несмотря на несколько подозрительную пьесу, как да. таковую. Почему она вам так показалась, подозрительная? Подозрительная? Как бы сказать. Много не ясно. Легкомысленный сюжет. Ну, да, что-то. Понятно. На каких местах... Нас посадили в восьмой ряд, видно было шикарно. Ну и состав, надо сказать, для Москвы вообще замечательный. Но вы не из Москвы? Мы из Москвы. А почему вам так кажется? Ну потому что последние лет 20 в Москве не всегда хороший состав бывали, скажем так. Понятно. Это только связано с Большим театром или с другими театрами тоже? Да и с другими, конечно. Тоже с другими, да? Ясно. Могли бы вы порекомендовать эту оперу другим зрителям, родственникам, знакомым, близким? Ну, не в качестве первого похода в Большой театр, но людям, имеющим какой-то слуховой опыт в области классической музыки, я думаю, будет интересно это послушать и посмотреть. Наверное, будет интересно таким людям, которые, скажем, как бы второй раз, третий раз в Большой театр идут, да? Скорее, третий. Хорошо, спасибо большое, Золотик.